Главный прокурор Шымкента заявил, что помощь особенным людям должна быть целенаправленной. Вместо сочувствия лучше оказывать реальное действие и разделить с человеком его проблемы. В Шымкенте более 1500 колясочников. Они ежедневно сталкиваются с проблемами отсутствия пандусов, парковочных мест, иных специальных условий в зданиях. Перечислять можно долго. Обсуждали, как улучшить условия проживания для особенных людей прокуроры, депутаты, руководители управления Кимата и впервые люди с ограниченными возможностями. Габит Муханов заверил, формат таких собраний будет проводиться регулярно. Прокурорами установлено отсутствие необходимых условий для инвалидов на 80% обследованных объектах, в том числе в 65 участковых пунктах полиции, 47 образовательных и 9 административных зданиях и 32 государственных зданиях. На 750 автостоянках не предусмотрены места для парковки автомобилей инвалидов. Біріншіден тавалдық биік, өте биік, балконға кіру мүмкін емес, ванна туалетке кіру мүмкін емес. Прокурор затронул и вопросы нехватки спецтранспорта. А некоторые водители общественного транспорта и вовсе не знают, как пользоваться автобусными пандусами, уверяют в надзорном органе. Отдельно рассмотрели вопрос о создании условий для людей с особенностями при строительстве детских площадок и других зданий в рамках проекта «Безбарьерная среда». По итогам совещания прокурор города Габит Муханов поручил исправить ситуацию и обеспечить людям с ограниченными возможностями равные условия доступа ко всем объектам. Габит Муханов отметил, что вопросы защиты прав и интересов людей с инвалидностью отныне будут под его личным особым контролем. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.